В Балаковском филиале АО «Апатит» на днях был подписан новый коллективный договор, который будет действовать 3 ближайших года. Событие, с одной стороны, стандартное, с другой – историческое, поскольку открывает новую страницу в обеспечении социальной защищенности сотрудников предприятия. Различные льготы, способы поддержки и размеры материальных выплат – все это прописано в договоре. Это основной, я считаю, документ между работниками и работодателем, который закрепляет социальные льготы, своевременную выплату заработной платы, лечение, в том числе и средствами индивидуальной защиты, формирует отношения между работником и работодателем. В этом году подписание проходило в единый день в режиме онлайн на всех предприятиях группы «ФосАгро». Важность коллективного договора отметил генеральный директор компании Андрей Гурьев. Само подписание этого договора подтверждает, что самая главная ценность для нашей компании прежде всего люди. Сегодня у нас однозначно одни из самых высоких зарплат в отрасли и по регионам. Также и корпоративные жилищные программы дают уверенность нашим работникам в завтрашнем дне. Коллективный договор касается не только сотрудников предприятия, но и его ветеранов, тех, кто проработал на заводе многие годы. О них не забывают и продолжают заботиться, оказывая необходимую помощь. Организация лечения, отдыха в санаториях, материальная поддержка. Кроме этого, в новом договоре расширен перечень и увеличены суммы денежной помощи семьям сотрудников. Явным плюсом у нас стало заведение такой новой для Балаковской площадки льготы, как материальная помощь к отпуску. Работнику по выходе в отпуск предоставляется возможность купить более дорогие билеты, пройти какие-то дополнительные медицинские процедуры. Мы увеличили размер выплаты относительно такой льготы, как материальная помощь для тех работников, у кого дети идут в первый класс. Коллективный договор предприятий компании «ФосАгро» в числе лучших в отрасли и в промышленности в целом по уровню защиты трудового коллектива и объему социальных гарантий. На него равняются и берут за основу другие организации. В этот раз новый документ стал унифицированным, то есть одинаковым для всех предприятий группы «ФосАгро». Процесс унификации, он позволяет работнику чувствовать защищенность не только в рамках отдельного предприятия. Мы начинаем понимать на местах, что за нами стоит гарантом целая компания «ФосАгро». И это не одно предприятие, Балаковский филиал, это целый ряд предприятий. И мы тут же понимаем все возможности вот этого нового для нас масштаба. Общий объем финансирования гарантий по новым коллективным договорам вырастет на 3% – до 1 миллиарда 100 миллионов рублей. «ФосАгро» осознанно взяла на себя дополнительные обязательства, чтобы сотрудники компании чувствовали себя защищенными. На 3 года создается фундамент гарантированной социальной поддержки работников предприятий. И хотелось бы особенно обратить внимание на то, что это происходит в условиях пандемии коронавируса и, в общем-то, общего спада экономической активности. По мнению председателя профсоюза работников химических отраслей промышленности Александра Ситнова, «ФосАгро» в очередной раз подтвердила статус компании высокой социальной ответственности.